Приветствуем, дорогие зрители канала «Серебряная птица». Мы подготовили для вас великолепную подборку ювелирных украшений с природными мотивами. Представляем подвеску в двух вариантах покрытия – оксидированное и покрытие золочения, выполнено в виде солнца со вставкой из крупного авантюрина. В обрамлении лучей этот камень будто является зеркалом чего-то глубокого и космического. Два варианта цепочки – двойной граненый ромб и кордовое плетение. Следующая модель – изумительная подвеска в двух вариантах покрытия. Яркое летнее солнце и переливы на поверхности вставки – кошачий глаз. Идеальное сочетание для того, чтобы полностью погрузиться в сезон прекрасного настроения. На ваших экранах комплект из серег и подвески в покрытии золочения, без вставок. Изделия выполнены в виде дерева, которое олицетворяет саму суть природы и бесконечного цикла жизни. Отлично подойдут для легкой прогулки или встречи с друзьями. Следующий комплект передает нам нежные очертания раскрытого цветка. Винтажное исполнение скани подчеркивает вечность и незыблемость природных мотивов в моде. Такой комплект может стать идеальным дополнением образа для вечеринок и праздников. На ваших экранах удивительная новинка этого сезона – серьги с изображением одуванчика. Без вставок в покрытии – оксидирование. Отлично передают нам все настроение сезона, добавляют ваш образ легкости, воздушности и женственности. Представляем комплект украшений – символ красочного сезона. Выполнен из серебра в золочении без вставок. Ажурная скань передает нам вид раскрытого цветка или прекрасной бабочки. Используя эти украшения для завершения образа, вы сможете вставить в него нотки свежести и очарования. Следующая модель – детализированная подвеска с изображением дерева жизни с яркими золотыми плодами. Станет особым элементом и привлечет к себе внимание затейливым и глубоким смыслом. И в финале обзора – серьги-калачи в двух вариантах покрытия – золочение и оксидирование. Ажурная скань очень красиво передает нам элементы природы. Украшения с изображениями цветов станут верными спутниками как в повседневной жизни, так и украсят образ на празднике. На этом мы завершаем наш показ и ждем ваших отзывов и комментариев. Какие украшения понравились больше всего и почему? До новых встреч!